Всем привет! С вами канал Art Money. Сегодня у нас с вами обзор на кефир. Такой вот необыкновенный кефир. Его мало где купишь, но он продается в таких маленьких забегаловках, магазинчиках продуктовых. Совсем-совсем малюсеньких он есть. Стоит он в районе 30 с лишним рублей. Кефир у нас ташлинский какой-то. 2,5% масса доли, кисломолочный. Так, давайте посмотрим, что у нас здесь. Так, состав: молоко цельное, молоко так обезжиренное с использованием закваски на кефирных грибах. Короче, вот смотрите, кому интересно, нажмите стоп, прочитайте. 7 дней, 500 грамм здесь. Так, Россия, Оренбургская область, Ташлинский район, село Ташла. С Оренбурга, вы представляете, везется сюда, в Самару. И давайте же его, наконец, попробуем. Выглядит он как обычный белый. Там, кстати, был еще бифидок. Довольно вкусный, но, кстати, на кефир он не особо похож. Больше похож на бифидок или ряженка. В нем нету вот этих вот каких-то комочков, как бывает у кефира. Вкус кефира чуточку так совсем присутствует. Ну, не особо похож. Не знаю почему. Моей маме он очень нравится, она его покупает. Ну, давайте еще раз попробуем. Ну да, он такой прям без этих комочков, как йогурт. Ну, чуть-чуть, да, есть привкус кефира. Ну, что такое, кстати, нормальный, довольно вкусный. Для тех, кто не любит всякие там комочки в кефире, то он очень-очень подойдет. Всем спасибо за просмотр. С вами был канал Art Money. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Кто такой кефир пробовал, как он вам, свои отзывы. Лайки обязательно. И всем пока-пока.